Здравствуйте, меня зовут Петр Кулаков. Добро пожаловать на 11-ю передачу из цикла «День седьмой». В Америке традиция соблюдения воскресения как священного дня характеризовала религиозную жизнь в течение столетий. С одной стороны, правильное ее соблюдение рассматривалось как условие для Божьих благословений. С другой стороны, некоторые считали, что пренебрежение святым днем навлекает бедствие. Где-то лет за 10 до начала гражданской войны один врач, сторонник отмены рабства, решил отправиться на юг, чтобы лично убедиться в условиях жизни там. В одно из воскресений, оказавшись в Новом Орлеане, он был просто поражен степенью осквернения субботы, которой по традиционному пониманию являлось воскресенье. Азартные игры, проституция, пьянство. На следующий день случился ужасный пожар, что было достаточно обычным делом для 19 века. Город стал пепелищем. В своем дневнике он записал: «Это было достойное воздаяние за нарушение субботнего покоя». Времена менялись, а с ними менялось и отношение к воскресению. По мере того, как промышленность переходила с ручного труда на механический, и трудовые кодексы ограничивали продолжительность рабочей недели, люди стали осознавать преимущества свободного времени. Воскресенье стало ассоциироваться с праздностью. А это означало только одно – неприятности. Проблема была в следующем. Благодаря праздности и развлечениям, воскресенье и деньги становились идентичным понятием. Профессиональный бейсбол, театры, парки развлечений и все другие виды отдыха и досуга были очень прибыльными, и многие предприниматели извлекали хорошую выгоду от этого. А поэтому их прибыль появлялась благодаря существованию субботы. В глазах многих религиозных руководителей секуляризация воскресения была гигантским шагом в неверном направлении. Громкие и влиятельные голоса призывали издать больше законов, ограничивающих коммерческую и даже личную активность воскресения. Эти попытки защитить воскресение продолжаются и до сих пор при поддержке, например, Союза Господнего дня. Союз Господнего дня стоит на такой позиции, веря, что идея субботнего дня или дня покоя в действительности появилась раньше всех наших религиозных сообществ, включая даже иудаизм. Союз Господнего дня возник, потому что вопрос воскресного закона был действительно предметом горячих дискуссий. В мае 1888 года сенатор Генри Блэйр из штата Нью-Гэмпшир предложил законодательно ограничить любую светскую деятельность по воскресеньям по всей территории Соединенных Штатов. Сенатор Блэйр ясно заявил, что цель подобного законопроекта заключается в том, чтобы сохранить первый день недели как день покоя и религиозного почитания. Этот законопроект был направлен в Сенатский комитет по образованию и труду, председателем которого и был Блэйр. Среди тех, кто возражал против предложенного законопроекта, был доктор Алонсо Джонс. «Сэр, можно говорить о большинстве относительно социальных и гражданских вопросов, но нет такого большинства, которое позволяло бы вторгаться в сферу личной религиозности, не нарушая Конституции. По крайней мере, не в этой стране». «Но, мистер Джонс, вы не можете не признавать право или, что более важно, ответственности государства по защите благополучия всего народа». «Сенатор, кажется, что это вы не видите разницу между ответственностью человека перед государством и его обязанностями перед Богом. Первое, он должен исполнять, следуя требованиям закона. Второе, свои обязанности перед Богом. Он должен исполнять, только следуя зову любви. И делать это свободно и добровольно. Нет закона, способного заставить любить».
Но закон государства должен защищать народ, дабы они могли исполнять свой долг перед Богом. Наш воскресный закон написан так, чтобы гарантировать сохранность Господнего дня для пользы всего народа. Прекрасная цель, сенатор Блэйр, но абсолютно бесполезная. Наша Конституция уже признает права человека, уважая его религию. Ваш воскресный закон ничего не добавит к нашим фундаментальным свободам. Наоборот, он привносит ограничения. Боюсь, сэр, что вы слепы к реальностям наших дней. Если люди не исполняют свои обязанности перед Богом, они начинают оказывать разлагающее влияние на общество. Предложенный воскресный закон будет оказывать разлагающее влияние через силовое принуждение для его исполнения. Наоборот, ожидаемый эффект заключается в том, что он увеличивает значение дня покоя. Если люди не согласны почитать День Господень, и они не будут ограничены гражданским законодательством, то они начнут попирать права тех, кто почитает этот день как святой перед Господом. Со всем уважением, сенатор, но неужели вы не видите, что предлагаемый вами законопроект о воскресении попирает права религиозных меньшинств? Действительно ли вы хотите вернуть те мрачные времена, когда церковь и государство, подавляя совесть человека, заставляли его соглашаться с официально установленной религией? Это недостойное сравнение, сэр. Наш воскресный закон принесет пользу всему обществу. Разве не в этом суть законодательного творчества, чтобы принимать законы ради общественного блага? Общественное благо, которое вы так цените, не появляется в результате ограничения свободы совести одного человека ради расширения прав другого. Оно достигается, когда предоставляются свободы, на которых была построена эта республика. Поддерживаемое государством религиозное насилие является вызовом, намерением отцов-основателей. Но этот закон предоставляет исключение для тех, кто хочет поклоняться в другой день. Иудеям, баптистам седьмого дня, вашим адвентистам седьмого дня, например, всем, кто соблюдает субботу в седьмой день. Так в чем же проблема? Проблема в том... Сегодня утром миссис Бейтхэм из Женского союза христианского воздержания обратилась к нашему комитету в поддержку данных исключений. Она обратилась от имени 9 различных групп, соблюдающих субботу, а не воскресенье. И знаете, сколько из них одобрили исключение? Все. Каждый из них. Сенатор, я очень уважаю принципы воздержания, подвигаемые организацией миссис Бейтхэм. Но она не может говорить от имени моей деноминации по вопросам 26 исключений. Да ладно вам, профессор Джонс, вы что, возражаете против исключений, которые определенно идут на пользу вашей группе и некоторым другим? Да, сэр, собственно говоря, мы именно возражаем. Пункт об исключениях не меняет предлагаемый закон настолько, чтобы изменить нашу позицию. Есть принцип, сенатор. Если закон справедливый и совершенный, для него не нужны исключения. И еще, соглашение с исключениями означает скрытую терпимость. Терпимость — это не свобода. Это некая форма снисхождения, когда большинство принимает во внимание взгляды и убеждения меньшинства. Наша Конституция гарантирует не терпимость, а права. И мы требуем эти права, как граждане Америки. Мистер Джонс, не забывая о теме нашей дискуссии, хочу задать вам другой вопрос. Как бы вы отреагировали, если бы мы переписали этот закон, и в нем бы говорилось, что днем покоя является суббота, а не воскресенье? Думаю, вы бы заняли совершенно другую позицию. Напротив, сенатор, все законы, оказывающие насилие над совестью, являются нехристианскими и неконституционными по своей сути. Поэтому, сенатор, мы против любого воскресного закона, который когда-либо принимался гражданскими властями со времен Константина, и вплоть до предложенного вами. И если вы поменяете в нем воскресенье на субботу, это не изменит нашего отношения к нему. Законопроект сенатора Блэйра так и не прошел слушание комитета. Но существовало множество других воскресных законов, которые обычно называют пуританскими законами. Фактически сегодня в 49 из 50 штатов существуют законы, защищающие воскресенье. Единственное исключение – Аляска. История показывает, что в вопросах религии убеждения предпочтительнее силы. Но даже сегодня нет ничего необычного для людей, соблюдающих субботу, в том, что они вынуждены противостоять законам, ограничивающим их свободу вероисповедания. Например, еще в 1973 году руководители одной большой африканской страны распорядились, чтобы все ее граждане проводили один день в неделю, ремонтируя дороги и мосты и приводя в порядок территорию. Звучит прекрасно,
по крайней мере, на первый взгляд. Но государственным днем для данных мероприятий была избрана суббота. А это означало проблемы для тысяч адвентистов седьмого дня. Войдите. Сэр, это Гидеон Киденда. Да, Киденда. Спасибо, что пришли, гражданин Киденда. Где вы застали его? Чем он занимался? Он был в церкви вместе с другими. Человек 50, а может и 60. Он стоял впереди и молился. Нас там было всего двое, поэтому мы не могли привести их всех. Мы попытались немного его образумить, заставить его приказать людям уйти из церкви. А где остальные? Они все еще в церкви? Да. Сначала они попытались пойти за нами. Мы приказали им уйти из церкви и приняться за работу. Но они просто вернулись обратно в церковь. Понятно. Гражданин Киденда, скажите мне, что вы видели на улицах, когда мои люди вели вас сюда? Работающих людей. Да. Они латают дыры на дорожном полотне. Они обрезают кусты и выпалывают сорняки. Они делают все это здесь, и по всей стране происходит то же самое. А знаете почему? Почему все люди кругом работают сегодня на благо своего сообщества? Сегодня день народного служения. Итак, вы знаете, что сегодня день народного служения? Сегодня, так же, как и каждый день, в субботу мы отмечаем День народного служения. Но по какой-то причине вы не присоединяетесь к своим согражданам в труде на благо вашего сообщества и вашей страны. Вместо этого вы идете в церковь. Но я счастлив послужить моей стране в любой другой день недели. Просто скажите, когда, и я это сделаю. Стул. Пожалуйста, присаживайтесь. Закон этой страны говорит, что суббота – день народного служения. Вот это и есть день, в который мы все занимаемся трудом в своих сообществах. Все, включая вас и людей в вашей церкви. Вы их руководитель, поэтому вы должны приказать им делать это. Даже если я прикажу им, они не будут этого делать. Только не в субботу. Суббота — это Божья суббота. Скажите им, что все изменилось. Пусть поклоняются Богу в какой-нибудь другой день. Я не могу изменить этот день. Суббота — это Божья суббота, а не моя. Мы соблюдаем Его заповеди. Я не могу их менять. Послушайте меня, Киденда. Заставьте своих людей поступать так, как это делают добропорядочные граждане, или вы лично пострадаете от последствий. Этот синяк на вашем лице покажется вам всего лишь укусом комара. Уведите его в камеру. Сэр, посмотрите на меня. Эти люди, они избили меня. На моей рубашке кровь, она и на ваших руках. Они могут избить меня еще, возможно, даже убить. Но это ничего не изменит. Я не могу приказать членам моей церкви нарушить закон Божий. Посмотрим, Гидеон Киденда, посмотрим, что вы скажете потом. Соблюдение субботы может оказаться невыгодным, неудобным и даже опасным делом. В свете всего сказанного вы удивитесь тому, сколько сегодня существует христиан, соблюдающих седьмой день субботы. Справочник по группам, соблюдающим субботу, изданный Ассоциацией библейской субботы, перечисляет свыше 400 церквей и деноминаций, соблюдающих субботу. Одна из них — Церковь Божья седьмого дня с центром в Колорадо насчитывает около 200 тысяч членов по всему миру. Седьмой день суббота особенно важна для нашей деноминации из-за нашего желания и стремления быть общиной, основанной на библейских учениях. Мы верим, что суббота — это составная часть библейского учения. Церковь Божья и святых Христа была учреждена Уильямом Сандерсом Крауди в Лоуренсе, штат Канзас, еще в 1896 году.
Хотя в то время он был баптистским диаконом, пророк Крауди получил богодухновенный взгляд на ключевые для спасения аспекты, одним из которых были 10 заповедей. Это самым естественным образом привело его к соблюдению седьмого дня, субботы. Некоторые из небольших групп, соблюдающих субботу, были организованы благодаря Всемирной Церкви Бога, основанной бизнесменом Гербертом Армстронгом. У этой истории удивительное начало. Дело в том, что в действительности Армстронг заинтересовался седьмым днем как субботой благодаря своей жене. Это произошло в 1926 году. В городе Юджин, штат Орегон, жена мистера Армстронга в разговоре с соседкой убедилась, что соблюдать следует седьмой день, истинную субботу. Эта женщина доказала свои слова на основе Библии. Когда женщина рассказала об этом Герберту, он разъярился настолько, что в какой-то момент их спор он заявил, что разведется с ней, если она не оставит свой фанатизм, как он это назвал. Она спокойно ответила: «Вместо того, чтобы разводиться со мной, почему бы тебе не исследовать этот вопрос и узнать, насколько я права или ошибаюсь?» Герберт Армстронг не развелся со своей женой. Вместо этого он принял ее предложение и провел несколько месяцев в исследованиях в близлежащей библиотеке. К своему удивлению, он не сумел доказать ее неправоту. Он зашел в тупик и пришел только к единственному заключению – суббота, седьмой день недели, и есть библейская суббота. Это открытие легло в основание новой церкви. Герберт Армстронг умер в 1986 году. Новое руководство Всемирной Церкви Бога повело деноминацию в другом направлении, пытаясь догматически примирить ее с большинством церквей христианского мира. Это привело к изменению дня поклонения с субботы на воскресенье. Такая реформа обернулась для церкви потерей половины ее членов. Когда мы смотрим на адвентистов седьмого дня, главных сторонников соблюдения субботы, мы видим совершенно иную картину. Сегодня количество членов в ней достигает более 13 миллионов человек в 200 странах мира. Ее отличает быстрый рост. Хотя их богословие твердо укоренено в протестантской традиции, адвентисты седьмого дня всегда представляли собой особую мишень для критики из-за своего бескомпромиссного отношения к библейской субботе, из-за которого представители других церквей считают, что тем самым адвентисты посягают на свободу верующих во Христе. Свобода, конечно же, находится в основе христианской веры. Есть люди, считающие, что соблюдение седьмого дня – это не что иное, как отвержение христианской свободы. Они говорят, что соблюдение субботы – это законничество, то есть попытка заработать спасение послушанием. Но может ли быть соблюдение истинной субботы законничеством? Бог учредил субботу в момент сотворения, до грехопадения. Было ли это законничеством тогда? Если тогда это не было законничеством, что же делает это законничеством сегодня? Когда Бог давал Израилю манну на протяжении 40 лет в пустыне, то манна не выпадала в субботу. Было ли это законничеством? Когда Бог даровал народу 10 заповедей, были ли все 10 законническими? Обязывал ли Бог их соблюдать некий законнический кодекс? Нет. Послушание никогда не было законничеством. Послушание может быть выражением нашей любви и благодарности Богу за Его благодать и спасение. Большинство христианских богословов соглашаются, что спасение основано на Божьих обетованиях, на Его завете, а не на поведении человека. Поэтому они настаивают, что соблюдение субботы в знак послушания заповедям не обязательно. Адвентисты седьмого дня согласны с тем, что спасение обретается только на основании Божьих обетований. Но они рассматривают субботу как важную часть взаимоотношений человека с Богом. Бог хотел, чтобы Его народ полагался на Него в том, что Он позаботится о них так, как это написано в Его завете. Поэтому они могут обрести покой и безопасность в Боге. Когда мы находимся вне этих отношений завета с Богом, мы озабочены своим спасением, мы озабочены будущим, чтобы оно нам не принесло. Но посредством опыта отношений завета вы обретаете полный покой и уверенность в Боге. Суббота символизирует именно такой покой. Что ж,
Если день священного отдыха действительно должен занимать надлежащее место в жизни христианина, почему это должна быть именно суббота? Большинство церквей учит, что христианам следует соблюдать воскресенье и цитируют отрывки из Нового Завета, чтобы поддержать свои взгляды. Но действительно ли Новый Завет учит, что воскресенье, первый день недели, стал христианской субботой? Первый день упоминается в Новом Завете. Христиане даже один или два раза собирались для общения в первый день. Но не существует идеи переноса важности субботы в седьмой день на первый день, который мы сегодня называем воскресеньем. Оно не стало днем поклонения. Оно не стало днем, когда мы вспоминаем о творческой деятельности Бога. Оно просто не стало днем христианского богослужения, которым все еще остается седьмой день, суббота. Но существует еще один аргумент, который часто не замечают. Это место субботы в библейском пророчестве, особенно в пророческой книге Откровения, называемой также Апокалипсисом. По мере того, как разворачиваются события, представленные в пророчестве, мы видим символическое изображение борьбы между Христом и сатаной, его величайшим врагом. Это борьба веков, происходящая в человеческой истории. Она достигает своего апогея, когда появляются ангелы-вестники. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле. И говорил он громким голосом: „Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод“». В контексте завершающих сцен и фаз этой драмы, учитывая, что наступил час суда, обитатели земли должны поклониться Богу. А затем мы видим описание Бога языком четвертой заповеди. Бог описывается как тот, кто сотворил все. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». И поскольку этот отрывок звучит как эхо четвертой заповеди, то я не верю, что нам слишком сложно понять, что на этом последнем этапе драмы обитатели земли имеют небесное повеление вернуться к поклонению Богу-Творцу в его субботний день, седьмой день недели, субботу. Поэтому суббота — это часть Божьего замысла по восстановлению нарушенных отношений с людьми, его детьми. Даже в мире, где истинная цель и значение жизни почти забыты, где вера чахнет, не имея сил пробиться к свету из-под камней неверия, суббота продолжает звать человеческую душу к Богу. Забытые страницы истории открыли удивительную историю об этом почти забытом седьмом дне недели, о субботе, библейском дне святого покоя и священного богослужения. Мы проследили историю этого дня от самого начала в библейском рассказе о сотворении, когда Бог установил его как вечный памятник своей творческой силы. Мы проследили его в жизни Иисуса Христа, служение которого придало этому дню новые грани смысла. Мы увидели, как этот день не был утерян в истории, несмотря на попытки упразднить его. Мы открыли древние свидетельства о субботе в таких удаленных друг от друга странах, как Ирландия и Эфиопия, где она выжила, несмотря на столетия оппозиции и нападок. Мы увидели, как она была восстановлена в учении ранних анабаптистов и англичан, которые соблюдали этот седьмой день. Мы видели, как она выжила перед лицом гонений и мученичества. Мы видели, как суббота привлекла к себе внимание всего мира, когда тысячи и тысячи христиан открывали для себя значение седьмого дня субботы в библейски обоснованном религиозном опыте. И, наконец, Библия завершает свое повествование о субботе, описывая нам грядущую жизнь, будущую жизнь в совершенной вселенной. Послушайте. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение,
говорит Господь. Итак, суббота – памятник творческой и искупительной силы Божьей, органичная часть Его замысла о будущем всего человечества. На протяжении веков с момента сотворения Богом земли до момента восстановленной в совершенстве новой земли суббота является храмом во времени, охватывая всю историю и направляя наши взоры на обетование о покое в вечном будущем.